Праздник учрежден указом президента Украины 15 декабря 2000 года. В систему судебных органов входят конституционные, арбитражные и суды общей юрисдикции. В нашем городе работает 9 судов. Основной проблемой является недостаточное финансирование, рассказывает начальник территориального управления Государственной судебной администрации Сергей Запорожец. Помещения находятся в плачевном состоянии, не отвечают соответствующим нормам. Однако надеется, что ситуация изменится в следующем году. Мы надеемся, что государство все-таки внимательно посмотрит на проблему судов, вот, и что мы будем иметь и достойные помещения, и хорошее снабжение судей, ну и нормальные перспективы. Кроме этого, на рассмотрение в Севастопольскую городскую государственную администрацию направлена программа по улучшению развития судебной системы Севастополя, добавляет Сергей Запорожец. Сейчас программа находится в городской администрации на согласование. Мы предоставили все свои проблемы, которые сегодня существуют, сформулировали их в общей программе для всех судов, вне зависимости от специализации и уровня, будь это первой инстанции, второй инстанции. Ну и будем надеяться, что все-таки город и городской совет, и городская администрация обратят внимание на наши проблемы и помогут по мере сил и возможностей. Начальник территориального управления Государственной судебной администрации поблагодарил служителей ФМИДы за их труд и поздравил с профессиональным праздником. Работа действительно тяжелая, порой неблагодарная. Ведь мы видим в суде только вершину айсберга. Это судья, который вершит правосудие, принимает решение именем государства Украины. А на самом деле это работа большого аппарата суда. Работников суда пришло поздравить и руководство города. Я хотел бы выразить благодарность работникам судов, всех Литвей, которые сегодня здесь назывались, за то, что в Севастополе люди верят в правомерность принимаемых решений, за то, что вы делаете для территориальной громады. Хочу вас поблагодарить за совместную работу, сказать, что в Севастополе создана достаточно профессиональная, эффективная команда, которая помогает нам, исполнительной власти. И благодаря вашим усилиям мы создали определенный конгломерат, судейский состав, юстиция, прокуратура, администрация города и Госсовет, и мы решаем ряд важных проблем. Лучшим работникам суда вручили грамоты и цветы. Всех гостей из ЦКИ развлекали творческие коллективы города музыкальными и танцевальными номерами. Рената Малышева, Павлина Гаркуша, программа «Наше время».